справжню футбольну енциклопедію «Чорноморець. Історія клубу 1936-2019» презентували в Одесі. Її автори – спортивні журналісти Сергій Мартинов, який зараз працює прес-аташе футбольного клубу «Чорноморець», а також Едвард Лучін, спортивний журналіст та радіоведучий з Нью-Йорка, засновник та організатор меморіалу пам'яті Валерія Васильовича Лобановського. І сьогодні в нашій студії один з авторів цієї книги – Едуард Петрович Лучін. Вітаємо, дуже дякуємо за цю несамовиту працю. Також в нашій студії справжні легенди одеського футболу, ветерани. В'ячеслав Лещук – це екс-капітан та екс-начальник «Чорноморця». Вітаємо, В'ячеслав Михайлович. А також Олександр Нікіфоров, екс-гравець «Чорноморця» та одеського СК. Вітаємо. Отже, Едвард Петрович, вам перше питання. Як взагалі прийшла така ідея цю книгу написати? Тут майже 763 сторінки та майже 2 кілограми справжньої історії одеського футболу, яка насправді надихає вболівальників і гравців, які зараз грають за нашу команду. І зараз у Чорноморці не найкращі часи, але все ж таки історія робить дива. Дякую за то, что пригласили в студию, чтобы мы могли поговорить об этой книге, потому что эта книга – плод огромного труда, причем многолетнего труда моего товарища Сергея Мартынова, с которым мы очень давно обсуждали идею создания такой книги. Но дело в том, что от идеи до исполнения – это довольно длинный путь. Но самое главное, что этот путь завершился тем, что мы все-таки издали эту книгу. Действительно, 763 страницы статистики, фотографий, статей об истории футбольного клуба «Черноморец» с 1936 по 2019 год. Я должен вам сказать, что вообще-то, по большому счету, такой книги никогда не было в истории футбольного клуба «Черноморец». Была, если можно так сказать, небольшая билетристика от Бориса Вениамича Галинского, известного одесского журналиста. Она называлась книжка тогда, она была маленького формата, называлась она «Черноморцы». Но это ни в коем случае не была энциклопедия футбольного клуба. Справочники, которые выпускал Сергей Мартынов, это и футбольные клубы Одессы, и книга «Рулеви Черноморця». Это також история, яка эти материалы увійшли до этой книги також. Да, да, это так. Я думаю, что эта книга, это уже плод сбора всех материалов, статистики, фотографий, которые были собраны за многие годы. И, ну, поверьте мне, я вам скажу прямо, мы сейчас издали эту книгу в черно-белом формате. Всего 30 экземпляров. Но для чего мы это сделали? В первую очередь мы хотим раздать эту книгу специалистам, тем людям, которые знают историю футбольного клуба «Черноморец», чтобы они, понимаете, те, кто работают, те, конечно, ошибаются. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы уверены, что где-то, возможно, у нас есть какие-то ошибки, опечатки, где-то, может быть, какие-то недоработки. И мы сейчас раздаем эти экземпляры книг людям, которые в этом деле очень разбираются, чтобы они проанализировали тексты, проанализировали статистику и нам помогли исправить те, допустим, ошибки, которые были допущены. А они, наверное, есть, я даже не сомневаюсь, потому что, ну, невозможно было, как говорится, объять вот этот весь громаднейший материал.
Ну, звісно, історія футбольного клубу прагне точності, і ми розуміємо, що це зараз презентація. Все ж таки, коли очікувати вже в кольоровому стилі цю книгу, та який буде тираж? Скільки взагалі плануєте випусків, коли можна буде вже купувати цю книгу? Я уверен, що потребность в этой книге будет, потому что огромное количество людей из бывшего Советского Союза, я уже не говорю за наш любимый город Одессу, очень интересуется историей черноморца. Очень много людей, которые любили и любят Черноморец, находятся за пределами Украины, в других странах, в других городах. И, конечно, потребность в такой книге, она будет. Мы планируем где-то, может быть, в следующем году издать еще для начала где-то 270 экземпляров цветного формата. Если мы будем видеть, что эта книга необходима людям, мы, конечно, можем и добавить тираж, но вы же сами понимаете, на то, чтобы сделать этот тираж, нужны деньги. То есть, потребно замовлять... Нужны деньги. Я вам скажу честно, мы с Сережей до сих пор еще должны около 3000 долларов отдать, потому что мы взяли в долг, и мы должны, чтобы для того, чтобы издать эту книгу. Понимаете? И я думаю, что мы сделаем это. И цветной формат обязательно выйдет. Он будет намного краше, потому что и фотографии будут очень красочные, и сама книга будет выглядеть уже совсем иначе, чем черно-белый формат. Дякую. В'ячеслав Михайловичу, я вже так встиг трошки подивитись на деякі статті і побачив багато фотографій з вами, дуже цікавих знімків разом із Віктором Євгеновичем Прокопенко на тренерському містку. Взагалі, які у вас емоції та враження? Я розумію, що, можливо, ще не встигли прочитати, але все ж таки, від того, що взагалі ця історія покладена, і наскільки це важливо для нас, для одеського футболу? Ну, любая история, вы понимаете, что не только футбол, а вообще история, это она всегда должна давать какую-то школу будущим поколениям. Потому что, не зная историю, ты не знаешь, по сути дела, и дальнейшую жизнь надо по-другому воспринимать. А то, что вот Эдик с Серегой сделали, это конечно, очень... Очень тяжелый труд, это очень, очень такой кропотливый. Правильно он говорит, что надо пробивать, потому что очень тяжело без ошибок это все создавать. Дуже важко знайти також архівні. Ну да, історія – це же історія, є історія. Які кожен ветеран, можливо, десь вдома, ну, збереже ці матеріали, ці фотоматеріали, їх потрібно зібрати також, щоб опублікувати, тому що є матеріали, не тільки фотографії, і взагалі і тексти, протоколи, матчі, які багато втрачені. Я, кстати, от хочу додати к этому велику допомогу оказав Семенович Альтман. Вот в подготовке этой книги, потому что у него остались и журналы команды, и протоколы, копии протоколов. Поэтому тут многие тренера Черноморца оказывали помощь в подготовке этой книги. И вот я думаю, что совершенно не случайно предисловие к этой книге написал именно заслуженный тренер Украины Семенович Альтман, который связал свою судьбу и с этим городом, и с нашей командой любимой, Черноморцем. Дякую. Олександре, я знаю, що багато героїв цієї книги та учасників взагалі історії нашого клубу нещодавно виходили на поле стадіону «Чорноморець», матч пам'яті усіх одеських футболістів. Легенди «Чорноморця» зустрічалися з легендами київського «Динамо». Ідея проведення матчу також належить Едуарду Петровичу. Ви підтримали, допомогли організувати. Наскільки
те, що і презентація книги, і цей матч, це як одне таке футбольне свято для нашого міста відбулось. Поділіться емоціями, як все пройшло та наскільки історія продовжується. Ну, емоції саме переповняють, тому що дійсно вийшов праздник для людей, для гостей нашого міста, для наших болельщиків, для одеситів. Це дійсно вийшло. Слава Богу, що все не просто довольны, а шокированы, что такая атмосфера была на стадионе, столько людей пришло. Наскільки швидко відгукнулись колеги, ветерани Київського «Динамо»? Приїхали Олексій Михайличенко, Анатолій Дем'яненко, Василь Рац. Можна довго перечислювати. Там большу роботу проводив Леонід Буряк по делегації «Динамо» Києва. І він постарався практично всі такі зірки, ребята, легенди, вони дійсно приїхали. Как сказали, что они редко, когда так собираются в таком составе, то по работе не может, такого отпуск, а так все совпало, что они все приехали там, кроме Олега Блохина, потому что... Ну, по состоянию здоровья. По состоянию здоровья, так бы и очікували також вашого брата Юрія Никифорова. Да, к сожалению, так получилось. У него назначили на 3 июня продление вида жительства в Испании, и он на 10 утра должен был в Мадриде, он никак не успел. Все одно будем его чекати в Одессе, чтобы також с ним поспілкуватися, звичайно. Он смотрел в прямую трансляцию эту игру и был шокирован. Это атмосфера. Дима, я хочу тебе сказать, что я когда вел репортаж об этом матче на «Спорт-1», у меня аж мурашки шли по телу, потому что я видел зрителей, я видел футболистов, я видел Одессу футбольную, которая принимала этот матч. И, конечно, я должен тебе сказать, что Саша, конечно, никогда не скажет об этом. Я знаю его скромность. Но он и люди, его друзья, в частности, я могу только назвать имя, его зовут Радик. Это, кстати, воспитанник Одесской футбольной школы, черноморец из Дюшор, черноморец 1968 года рождения. Человек, который просто вот так на руках вынес этот поединок. Вынес этот праздник. И я вот призываю, пользуясь случаем, Дима, я призываю всех наших бизнесменов, людей, которые вот чем-то могут помочь. Давайте все-таки поможем развитию. Вот мы видим, в каком состоянии сейчас наша команда «Черноморец». Ведь это не случайно. Это не случайно. Это довели такое, до такого состояния. Но чем будет популярнее футбол в Одессе, тем будет он больше расти. Понимаешь? И вот то, что мы делали, матч памяти Илюши Цимбаларя, то, что мы сейчас сделали вот этот прекрасный праздник футбола с участием легенд Киевского «Динамо» и Одесского «Черноморца», это говорит о том, во-первых, это очень приятно, что это исходит именно из Одессы. Из Одессы. Это не случайно. Почему? Потому что Одесса стояла у истоков футбола в России. И то, что именно здесь, в 1878 году, впервые были созданы футбольные секции. Английские консессионеры создавали футбольные секции. Именно здесь было создано одно из первых футбольных полей. Вот напротив Одесской киностудии на Французском бульваре. Именно в Одессе. Это все не случайно. Ну, треба також зазначити, що на цей матч прийшло майже пів стадіону, більш ніж 15 тисяч глядачів. Конечно. І ще дуже важливо, що щонайменше 4 тисячі дітей з різних районів Одеської області вдалося організувати їх приїзд на цю гру. Для них це саме побачити легенд та поспілкуватися, коли є можливість сфотографуватися. Також, можливо, таку практику варто і футбольному клубу взяти на Вот я как раз о детях, ведь этот матч проходил 2 июня, а 1 июня был Международный день защиты детей. И вот мы, вот Ассоциация ветеранов спорта, специально к этому дню переслали из-за океана для детских домов Одессы комплекты футбольной формы, футбольные мячи именно для детей детских домов. От ассоциации это ветераны Олег Сарумов, Эльшан Габбаров, есть такой парень-футболист. Мы это все организовали в Нью-Йорке и морем
переправляем сюда. Сейчас это все получит областная федерація футбола. І ще неможливо не відмітити те, що в унікальному футбольному місці музей футболу на маршала Жукова, де і сквер Алея Кубків, там висаджували також дерева. Саме після матчу пам'яті всіх одеських футболістів і перед презентацією цієї книги, В'ячеслав Михайлович, як вважаєте, наскільки важливо, що, по-перше, це все руками ветеранів робиться? І ці дерева, під якими залишаються ім'я наших легенд, вони будуть стояти ще довгі-довгі роки і виростуть, ну, віримо, що як мінімум до 15 метрів ці сосни. Наскільки це також є клаптиком історії? Любые дела, ну, вот эти события и дела, которые организовываются для памяти бывших игроков футбола, ну, футболи, ну, истории, правильно вы говорите. Я же говорю, это очень полезно для молодежи. Вот я просто это почувствовал на стадионе, когда вот мы стояли по минут 20, подходили дети, просили автограф, они-то нас вообще не знают. Ну, я имею в виду под 10, там, 12 лет, там, 8 лет, и они с такой удовольствием подходили, просили, благодарили. Это уже вот, только вот это уже очень хорошо для этих же молодых людей, которые, может быть, их и толкнет на какие-то шаги по вот, развитию футбола, ну, и участие в этом футболе. Постараться тоже принимать участие на футбольных полях, выходить. Это же для них делается все. Главное для молодежи. Это, я говорю, самое важное, чтобы молодежь это восприняла и понимает, и чтобы поняла, что такое спорт и для чего он вообще нужен, не только для здоровья, а вообще для жизни человека. Ну і так, наостанок, на жаль, близиться кінцівка. Нам головний суддя ефіру додав ще компенсований час, буквально хвилинку, тезисно про сьогоднішній Чорноморець. На жаль, поєдинок з Колосом зібрав, ну, менше глядачів, ніж матч усіх легенд, матч усіх одеських футболістів. Але все ж таки, чи є можливість та шанси ще зберегти собі місце у еліті українського футболу? Як вважаєте, як пройде матч відповіді у Ковалівки з Колосом, Олександре? Я вообще до игры был уверен, что мы ее обыграем. Я за последние игры, которые я видел в Черноморец, я понимал, что по мастерству мы и дома обыграем. Ну, так сложилось, что как-то не так по сценарию пошло. Все-таки уровень Черноморца и мастерство должно было сказаться, но так получилось. Но я сам уверен, что мы не вылетим, останемся. Надежда умирает последней. Поэтому всем я скажу словами поэта. Печальное гляжу на наше поколение. Вы також были на пресс-конференции, чули, что это все было очень печально, сама игра. Но я все-таки верю, что надежда, вот Вячеслав Михайлович правильно сказал, надежда не умирает, надо верить. Мы будем верить на то, что все-таки Черноморец и эти ребята поймут, что такой город не может оставаться без команды в премьер-лиге. И мы верим еще також, что успехи Черноморца не лише в истории, а в майбутньому також. Дуже дякую за те, що прийшли до нашої студії, презентували цю чудову історичну енциклопедію «Чорноморець. Історія клубу 1936-2019». Тут насправді є, що для себе взяти і передати майбутньому поколінню, дітям, майбутнім футболістам Чорноморця. І тим, хто зараз на полі також за клубну форму, за клубну емблему б'ється. В нашій студії сьогодні один з авторів книги, спортивний журналіст, радіоведучий із Нью-Йорка Едуард Лучин. Дякуємо, Едуард Петровичу. Дякую. Екс-капітан, екс-начальник футбольного клубу «Чорноморець» В'ячеслав Лещук. Дякуємо, В'ячеслав Михайловичу. А також ветеран «Чорноморця» та одеського СКА Олександр Нікіфоров. Дякуємо. Мене звати Дмитро Богомолов. Ви дивили студію «Репортер». Залишайтеся з нами та живіть спортом.